Блин. А, во, все. Привет, привет всем, ребята, смотрим вступление. Стоп, не то. Стоп. Блин, зачем я это включил? Все. Смотрим. Начинаем режим состязания. Оу, я. Фьючер Тех, добро пожаловать. А. Вот. Связь с полем боя установлена, все готово к проведению операции. Мы получили доступ к сборочным цехам трех сверхдержав. Все МСЦ в вашем распоряжении. Правительства всех стран сейчас заняты инцидентами на границах. Вас даже и не заметят. Мы останемся на связи, чтобы забрать добытые вами образцы техники, получив таким образом все новейшие военные технологии для нашей корпорации. Равно как и для вас. Удачи вам. Мы будем наблюдать за ходом операции. Почему она так напоминает какую-то порнозвезду? Прям не знаю. Вот. Хотя они здесь все напоминают порнозвезд на самом деле. Ладно, начинаем. Фу-фу-фу. Итак, первая наша с вами миссия. Можно посмотреть, собственно, какие у нас здесь юниты открыты. Ничего особо такого угодного нету. Это, так сказать, набор нуба. Вот. И то не полный. Ладно, погнали. Погнали. Let's go! Даже не знаю, за кого начать, если честно. Предлагаю начать за Совок. Советский Союз, конечно же, да. А то многие писали то, что когда я говорю Совок, ему уши режет. Что это у нас здесь, а? Очередному новобранцу надо поставить лечебную припарку. Я командир Хилл. Клизма, ёпта. Я научу вас проигрывать. Сейчас, чувак, сейчас мы тебе все поставим. Что за собаки? Такие собаки мелкие. Вообще. Че, зеркало-то упыли? Ну ладно. Так, ну что, отстраиваемся. Сразу скажу, ребят, я не помню, как проходить эти миссии. Так что, возможно, то, что я некоторые миссии буду проходить по часу, там по два. Вот. Как бы заранее предупреждаю, потому что я очень давно все это дело проходил, ничего не помню абсолютно. Вот. Призывник окончил обучение. Всех тонкостей, так скажем. Призывник окончил обучение. О, собачки, собачки. Призывник окончил обучение. Так, ну, понадобится очень много призывников, потому что собаки это прям самое то в этой миссии. В основном давить нас будут с помощью собак. Готов искупить крови. На всякий случай зеркашку поставим. Призывник окончил обучение. Там вроде какое-то время есть. А, 4 минуты. Понятно, понятно. После 4 минуты, мне кажется, я не успею нифига. Наверное. А может успею, не знаю. Строительство завершено. Готов искупить кровью. Мины готовы. Призывник окончил обучение. Мне это. А, черт, не хватит этого. А, нет, хватит, все, порядок. Ладно. Ладно. База его находится вот здесь. Опа, тихо. Собачки, 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 собачки. А, нет! Оу, оу, оу! Еб твою мать. Ничего себе, мясо. Так, бабок не хватает. Так, наши ПВОшники должны прям по полной заражить их. Можно, конечно, попробовать сборочный цех свернуть и попробовать его, как бы, в виде помощи, так сказать, забабахать, чтобы он там всех давил по полной. Может, получится даже что-нибудь, не знаю. Родина будет мною гордиться. Мы еще не победили. Мне эту бандуру ворочить. Наконец-то. О, дерьмо. Так точно. В атаку! За Родину! В атаку! Все, парни, мне хана! Да, согласен. Пиздо! Дави их нахуй! Я просто. Я реально не помню, как это проходится. Честно скажу. Это что еще за говнище такое? Генсек будет мной гордиться.
Да, давайте, ребята, на гусениц вас намотаем всех. Сколько там времени осталось, успею? Да не успею я ни хрена. Можно, конечно, попробовать переиграть ради прикола. Форматор чист. Погнали, чувак. Да ладно, забей, ты еще у них одни дробаши. Интересно, может, успею за минуту. Давайте хоть посмотрим, как у них база-то выглядит вообще. Угу, понятно. Ёп, твою мать, сколько там говна-то по моей душе идет. О-о-о-о, нифига себе. Да. Ладно, давайте попробуем заново. Может, у нас получится за рекордное время завершить. Кто это у нас здесь, а? Очередному новобранцу надо поставить лечебную припарку. Я командир Хилл. И я научу вас проигрывать. Рад познакомиться, командир Хилл. Какая шляпа такая бегает, какие-то тараканы непонятные. Ну, давайте бабу, я не знаю. Готовы задействовать чистую прибыль. К работе готов. Идет строительство. Идет строительство. Отмена. Строительство завершено. Доступны новые постройки. Обнаружен противник. Идет подготовка. Хм. Призывник окончил обучение. Тут сейвиться, кстати, нельзя. Это тут хреново, на самом деле. Ну, хотя как хреново, в принципе, это и есть фишка этого состязания. Ну, одна из фишек, то, что здесь один единственный шанс. Просрал, все, заново. Вот, то есть вот так вот сделано. Ну, прикольно, очень прикольно. Блин. Блин, долго, долго, очень долго. Ну ладно. Давай только быстрее, чувак, пожалуйста. Сейчас строим завод и идем в бой. Пора. Призывник окончил обучение. Генсек будет мной гордиться. Фу-фу-фу. Искупи свою вину. Как мститель такой из этого. Как его там зовут-то, блин? Ой, я раскеяна. Искупись. Танк Мамон готов. Опа. Оу, я, ребята, сворачиваемся и выходим. У-у-у, собаки завыли. У-у-у. Собак не покормили ни хрена. Давай, мать твою. Не, давайте все-таки его вперед, ну его в задницу. Пусть он рашит у нас. Потому что у нас топовый, считай. Давай, чувак, давай. Оу, оу, оу. Пиу. Нифига себе. Обалдеть, бля. Мачо собачек. Не успею, не успею. Не, нихуя не успею. Ну. Зато попытались, как говорится. Одна минута, ребята, я должен успеть, ну. Вдруг получится, а? Собака, собака, собака. Черт возьми. Ах ты падла.
Не успеем. Черт возьми. Не, не успеем. Нихуя. Сложно. Погнали. Ну и хрен с ним на самом деле. О, черт. Что такое? Что за срань? Ё-моё, ни хрена себе. О, ребята, сейчас я замочит. Ну, конечно, не успел, к сожалению. Ну, и хрен с ним. Зато как и пытались. Тем более, я первый раз прохожу таким способом миссию, что, в принципе, неудивительно, что я не успел, так что, ребят. Но все равно прикольно. Нифига себе. Бедные собачки. Прям, блин, магнитные мины, это прям вообще такая жесть обалденная. Топовая вещь. Вы неплохо деретесь для желторотика. Этого дядя? Спасибо, дядька. Жалко, блин, на полминуты опоздал. Но черт с ним, на самом деле. Награда за сложность 1000. Кстати, еще так и не пойму. Как здесь определяется сложность вообще? Вот я смотрел, короче, у одного чувака. Я не знаю, что он там такое натворил, на него вообще не нападали во время прохождения состязания. То есть просто не нападали вообще, абсолютно. Вот это все на изи проходил. Вот. Это раз, а во-вторых, когда я проходил в прошлый раз, давно-давно, это настолько все сложно было, там нападали со всех сторон. Я вот что-то так и не понял, здесь как-то сложность автоматов, что ли, ставится? Или что-то типа того, потому что вот прям реально различие прям с глаза было видно у того чувака и у меня, и еще там пара человек знакомых, которые играли. Ну ладно, такая, ребят, первая коротенькая серия. Всем пока, удачи, потом продолжим. Следующее испытание — это у нас кровная вражда. Пока-пока, ребята, потом продолжим.